столицы приняли участие в конкурсе на лучшее оформление территорий «Цвети, моя Чувашия». В этом году он посвящен столетию образования чувашской автономии. По условиям конкурса территории образовательных организаций должны быть оформлены в соответствии с концепцией озеленения. Комиссия оценивала обеспеченность зелеными насаждениями, состояние газонов, кустарников, деревьев, общее санитарное состояние территории, проявление творческой инициативы. Сегодня мы наблюдаем, что более 60 школ города Чебоксары приняли участие в этом конкурсе. Постарались максимально озеленить свои территории, посадить цветы. Надо сказать, что в этом мероприятии приняли участие не только учителя и вспомогательный персонал школ, но и сами дети, и даже родители зачастую приносили саженцы, предоставляли семена для того, чтобы действительно их школа была самой лучшей. Школа номер 40 работу по благоустройству и озеленению территории ведет постоянно. Пространство школьного двора украшено не только цветами, высаженными в стиле символики столетия образования чувашской автономии, но и деревянными арт-объектами. Для благоустройства нашей территории активное участие принимали родители, школьные работники. И благодаря общим усилиям наша школа стала яркой, красивой и цветущей. В результате, кроме 40-й школы, в числе победителей 10-я, 47-я, 57-я школа, 2-я гимназия и другие. Как поэтично высказался начальник управления образования, сегодня их территории представляют собой островки природной гармонии. Для тех, кто хочет ознакомиться с конкурсными работами, на сайтах образовательных учреждений размещены информация и фотоматериалы в баннерах «Цвети, моя Чувашия». Ульяна Пятакова, Андрей Шоклев, Республика.